счет. Все готовы. Готовы. Как? Забирай. Отпустить мне контроль. Лёх. Забирай. Забирай. Да. Чего вы можете отпустить? Что-то не все сразу. Калина, чего упала, вставай. Аст прошел, прибежали. Вещи, пирочки. Полина дохла, в ушах стояла, что ли? Ну, я вообще, у меня картинка висит, я не знаю. Ну зачем выкинули парни? Так вот, я же, ну НБР, быстрее, блядь. Чё там? Ментально. Или сам Дипурс, его знает. Ревность нужна? Угу. 70. Мабы, помогите. Охуище. Твой пост. Каст. Как спадет, заберешь. Выбирай. Че, тебе дебаф не спал? Вот. Я спал вроде. Ну так а че ты не забираешь? Блять, что с контролем мобов? Нахуя босса приходится переводить? Кто там еще живы? Уже сдох. Мне картинка висит. Сейчас не так попробую накрыть. Блять, вы дохнете на таких пустяках, что просто пиздец. Вы с лужи выбежать не может. Не, ну если человек завис, то там уже никак. Блин, ну кстати, Alt F4 тоже не закрывается игра, я не знаю, что делать. Диспетчер, дайте попробуй. А чё он дернулся на тебя, кого ты его струнтил? Нет, танк умер, а я следующий по гробу, а я стоял мобу в контроле, ну там стану за мигание кидал. А блять, только трунтите, там мобы взорвались. Ну, а то я как раз стоял, то щит кинул, то стан дал, и он как раз в меня полетел, как раз на это смотрел. Вот этого вот не хватало, лагать. А сколько у травмы КД, девка? У нее нету КД. Она может прокнуть, может не прокнуть. Может
сделать макрос, чтобы мы видели, что 30 секунд раньше, или не надо? Зачем? Ты потом просто забираешь по спадению атаков на тебе. Какой-то шанс на прок. Вы, получается, танчите больше 30, там, 40 секунд по 50. Ну, это первый. Да, это первое. А потом ты просто дебаф пропадает, у тебя забираешь. Все. Короче, если я сейчас опять вылечу, меняйте мне. Я хрен знаю, это меня лагать начало. Я даже бегу, у меня профи. Даю проверку. Не баф, нет. Не это. А еще будет, если видишь, что новой нет, и мобы стоят, не идут, можешь притянуть там одного, чтобы новых поймать, когда не идут вообще. Ну я сейчас 6 мобов по что такого кидал. Так у нас две притяжки есть. Войд и граничка есть. Если мобы не идут, и типа нету сверхновой на вас, притягивать. Просто очень много времени, новые нет, а мобы все законтроленные, никакие не подходят, теряем на этом время. Да это не особо влияет. Главное, что не сливаются от одних мобов до следующих. Даю проверку еще. Чего парень не хватает? Спасибо. Ваши маны. Все готовы поехать по готовности. Кирс. Во времени. Я знаю. Как? Убежали. Ранее не перебивайте. Сова, отойди, Хант, отойди, Слобик. Нахер вы наперед сути выпустил уже. Можешь забирать. А куда там, которая сзади? Войт, когда будешь забирать, скажешь, капля дам тебе. Побежали! Я с пола не запрыгаю. Сразу заходит. Как, что там разбирать? Все одного пуха. Да, забираю, забирай, забирай. Блядь. Сейчас всех отпускайте, которые сзади отпускайте. Стой, пришли. 3 секунды заберу. Так, пусти. Все, пускай доходит. Сейчас. Мне еще 15 секунд. Ебать, мы девка синхронная, да? Моба. Контрольте, отведи в сторону. ДКшки. Ну, может. Все, забирай. Дойдет с пару. Найс, притяжка. Каст, прибежал. Спала, забираю. Давай, кап. Да девка, ты в луже! В луже, в луже! Дал каст. Законтрольте одного, да. Контрольте. Не вижу. Лёх, есть кап? Дал.
От КДшлось как раз. Просил тех пока пускай. Никаких дефов нет. Следующий. Появились контрольщики. Все, по одному пускай заходит. Тут меньше. Пускайте. Стопните одну. Одна стопна. Падение, падение кастуется. Клад могу забрать. 400 как только на мне. Забрал. Ужас. Сакра отдал. Сакра отдал. 15 секунд. Смотрите, в лужах не стойте. Поди на луже вроде стоишь. Нет, нет. Пуси, выйди, выйди, пуси! Пуси! Бля, ему похуй. Чё, что есть? Забираем. Мобы появились. Это иди в сторону, 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 сторону. Всё, нормально. Пускай доходит этот. Кильти хорошо не страшно. Ебать. Нормально. Пускай доходит. Чё там, скоро? Панцирь, да? 27%. Нормально, нормально, бейте. Хороший. Собрал. Каст, каст. Давайте. Полтос отдал. На массакру дал. Стопанул. Нормально, выводи босса в луже, блять, хуёво. Выводи оттуда босса. Назад, 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 ещё босса. Киньте. Женой НПУСи поднимай быстрее. Меня. КД уже дал. Отпускайте. Отпускайте. Блять, поднимите друиды. Дайте Инер. Каст, каст, каст. Бегите. Инер. Мобов контроль. Пусть ману залейте. Инер на ману отдайте. 5 секунд, Лёх. Кават капли есть? По Лёхе отдал. Блин. Лёха есть? Да. Забираем. Забирай. Мобов, мобов. Блять, не дайте взорвать мобов. Блин. Хильти. Каст идет. Бейте, бейте, хильти, Лёху. А, там, ну типа. 10%. Куярьте, может, переведете. Катите мобов, катите, переведите, может быть. Да не, не переведу. Можно посмотреть, посмотреть, что там будет. Мы и так знаем. 4% видели, фаза. Короче, круто, круто все получается. Только вот с мобами немножко под. Ну и мы успеваем до берсы. Да, все там успевается вообще изи. 1% до фазы. Мы в 3 танка еще. Не так уж и сложно. Ну да. Кидать каплю, кидать щит, кидать стан, кидать блок, все это пока. На вагу и с бабом, и мы сразу переведем. Причем у нас никто не сдох вроде, кроме Пуси, да, там, до последнего нюанса, когда моб до хуя зашло. Да. Или 6.30. А еще у меня задержка не была под 300, было бы вообще охуенно. Так, я с собой сюда больше не хожу. Короче, пока перекур 5 минут, мне надо отойти. Ну правильно, Гена, ходи хилом. Ебать, мне хилом. Народ, быстро хелп, пожалуйста, у меня задержка под 300 поднялась, что делать? У меня роутер стоит. У тебя вот 300, а у меня сейчас 450, понимаешь, да? Сань, это боль съедена. Сань, берешь, короче, там такая штука, которая в ком вставляется, отрываешь ее и ешь. Я даже тебя с задержкой слышу. Нет, я в Дискорде тоже всех хорошо слышу, а игра у меня лагает. Дарик, ты что не спишь? Это еще хорошо хила хватает, вот серьезно. Сон для лохов. Ставим. Еда для слабых. Ох, ёпушки-воробушки. У тебя сколько там? Так, пойду роутер перезагружу пока.
У тебя старик там утро уже, да? Да не, я же это, в отпуске, в Омске. А. Зай, сколько у нас сейчас? Мы народ удивим. Вот, мы пол первого ночи всего лишь. Всего лишь. У меня пол второго. Теперь, Гена, если ты не идешь, да, к меня... мы тебе уши надерем. У меня в Омске разница с Москвой 2 часа всего лишь. А, 3. На Камчатке... Кому ты там трешься? Тут, блин, интересный филон, чем ДД. Понял, понимаешь, рестер-друид — это классно вообще. Вы перебегаете, вы еще хотаете. Поэтому я и возмущалась по поводу, извините, Матиолы. Это вообще самая имба. Ну это имба, ты смотри, он первый по хп. Я и говорю. Это типа ДЦ-шный и рестер-друида босс. Хотя ты вот ДЦ-шника весь нету, адмирала вот сюда и немножко цифры сменятся. ДЦ-шник. Там Элбрус должен быть. Элбрю. У вас просто этот рекаун, там щиток не отображает. А, он ДЦ-шник. Да. Да. Там уровень выше на один. Я просто привык, что он холик. А как у ДЦ называется то, что они там... Там этот же щит, как он так и называется, только там уровень получается какой, не 15, а 16 или не 14, а 15. А как там эта вторая хуйня, помимо... Ну вот это самый большой ХПС в ДЦ, 15 с копейками вышел, но у меня в инту вкинуто 300 усилков, по-моему, или 250. Ну и нормально. Если бы иннер заливали мне постоянно, то можно было бы, в принципе, еще... Это меня просто нет. Я б тебе другим так заливал. Да мне кажется, хилу в большом гире нахуй в СПД в это вкидывать усилки вообще нет смысла. Вот сейчас обидно было. У меня крита 55, по-моему, нет. Процентов. Так. Ну кроме AirDru, я согласен. Лично мало, там, чем больше СПД, тем заебись, я согласен. А остальные сейчас мне... Сейчас бафы не все... Жена, они, по-моему, не отслеживают. Я не верю. Они, скорее всего, замедляются, но не откидывают. Откидывает? Я просто давно тайфун убрал. Я вот AirDru своему тоже все в СПД, а Элиму... Ну, что-то я вкинул половину, знаешь, Иршами, половина туда, половина это туда. Это вот и последний пул сейчас, который был. Ну, ладно. Девка херачит. На Цесаре должен быть топ-1. Тем более, ну, в 25. На таких боссах, да. Еще бы одного хила хулика, да? Да нет, второго бы ДЦ и не иметь КД на щиток, да? Там по два щитка двух ДЦ. Ты его только кидаешь, его тут же сносит просто-напросто. Тут не в этом прикол. Нормальный сетап должен быть 4 танка, 5 хилов. Танков меньше урона будет дать, меньше вам хилить придется. Но учитывайте то, что мы в 3 танка, и мы побольше. Проблема в том, то, что милики всегда ловят перья. Это проблематично. Я не знаю, как милики ловят перья, им просто перебежать под конец каста. Ну, они, я говорю же, типа... Они слишком близко к боссу, и ты физически не успеваешь перебежать. Блять, бежишь вперед, въебало босса, где стоит танк, похуй там, блять, танк отводит и все. Прыгивается, не знаю, мне кажется, типа прям не получал. Могу видео скинуть. Мы не можем далеко бить, потому что вар в это буре не работает, у меня эта кровожадность не достает, так что близко нам надо подходить. Миллиметра два коста остается, ты бежишь в тупую вперед и все. Из лужи из этой дамаг вообще не получается. Кстати, я так понял, тайфуна мобы откидываются, да? Да, походу. Ну вон же женка что-то откидывает. Фагу и библа сюда было бы уже побольше ДПСа. Но проблема в том, то, что в тайфуне то, он выбивает из контроля, ну, трапы.
А так достаточно кинуть роту и циклон. Но проблема в циклоне, потому что там рейндж 24 метра. Так, ладно, ставлю рыбу. Я же говорю, он брюль выбил, уверенность почувствовал. Писи на 1 сантиметр выросло, да? А если я 5 брюлей? Ну, значит, на 5. Так, в смысле, ты один брюль выиграл и больше не лутал монеты? Да я только с первой монетки брюль выбил, и все, и больше. Вон, ну, баблу там, наверное, елдак до колена. Да он хули на радостях там, баню, шлюхи, все хуйня. Интересно, бабл что-то душу дьяволу продал, что у него столько брюлей. Он не донатит? Встаем. Ты чё? Я вот часто вижу на брюлей. Острове. Нет, там на монеты донатят и крутят. Даю проверку. Джонни, когда у нас 50% маны, я сдаю тотем, ты там подстрой. Остановитесь на позицию. Все, по готовности поехали. Забираешь? Как я отдал тебе? Каст. Пускай подходят меня. С этого первого разбаньте. Два пускай ставлю. Жаль. Блять, серьезно. От луж отъехать. Если есть бой, рыбайте. Артемия, вот. Горы есть так. 15. Наперед, вот видишь, кто-то раздевается. Не надо было жить. Так а чё за медла, нет по пачке мобов, что ли? Ну, диспел, сейчас упадет танк! 5 секунд. Забираем. Капля есть? Дайте бы, если вы пытаетесь. Неужели БРов ни хуя нет? Танка нет. Если есть, дай через 5 секунд кап. Сад помог. Отдал каплю. Служи. Идите, бафы обновить. Ты прям в луже стоишь.
Вейдится же. Народ оборез. Блять, я скиллами не попадаю в босса, он вейдится. Где мне пламень каст? Я в лужах, наверное, питаюсь. Вот там в лужах и люди стоят. На этой херне. Да, там в лужах стоят. Дебафы, блядь, на люди. Смотрим, да? Да, выжит. Блядь, старайтесь в РДД бегать по внешнему кругу. Не по этому, блядь, который... где застеклённая хуйня, а по внешним. У вас больше шансов будет выжить. Короче, знаете, как сделаем? Чтобы больше было вариантов и выживаемости во всех. Чтобы все всё лужи видели, блядь. Ставлю только 2 ДД, 2 лока и пару хилов с этой стороны. Все остальные РДД будете с той стороны бегать. И будете бегать немножко там по-другому. То есть вы будете разрозненно бегать. Не все в куче, а разрозненно. Там лужи урона не наносят, жан, если вы разрозненно заебал. Будете бегать. Давай, салам алейкум. Да нормально все. Старайтесь больше просто держаться за боссом, не по правую сторону, чтобы... Потому что у нас просто люди в середине вот, блядь, вот этой хуйни дохнут от того, что они стоят в лужах. На них, блядь, этот... По 6, по 5 стаков, блядь. Ну, типа... Лужи. Я не знаю, как это можно стоять. Да монород упал, потому что по линии. Типа... Ты вот конец коста перебегаешь... Перебегаешь сюда, где не было человека. То есть ты уже автоматически. Слушай, а что ты мне говоришь? Я ни разу не сдохла даже с лагами. Я говорю, что просто не сдиспелили с меня, не более. Монород умер, значит. Не, он же был. Потому что у нас отваливаться начали РДД. Все РДД почему-то оказались, блядь, на малом круге. Я даже вижу, блин, вот вы меня простите, конечно, я даже вижу лужу вот даже на этом стекле. Так что просто я... присмотрелся, да, это видно. Знаете, как происходит, когда ты танком говоришь, типа, отвезти, они отводят, ну, подальше от этого маленького круга. И получается, что вы заводите к РДД. Сам на это внимание не обращал? Да его тут кайтить босса немножко надо в любом случае. Босс не кривает, ничего как. Но вы катите, это видишь, как получается, к РДД. И мы там уже оставляем, и они приходится бежать по этим. Даю проверку. Кисиня лагает, просто жутко лагает. Ну блин, почему? Поддержу, у меня полная жопа тоже, как и у тебя. Полная жопа, как и у тебя. Ой, да давайте не будем вот сейчас смеяться и что-то себе надумывать. Готов. Все, все готовы на позицию. Народ, но я просто хотела тебя напрягать. На позиционку встали. Мозер, спустись на дальний круг. Все, поехали. Готовность. Веру. Каст. Хена, подними. Да, да. Некогда. Монород, поднимай. Некогда. Забери.
маны, залейте, дайте баф. Аск. Прибежали. Скажу. Все, забирай. Все, там по одному будут доходить. Каст. Пускай доходит. Сейчас уже новые мобы будут, не контролите. Отпускайте. 20 секунд. Халат. Взять корни. Какой хер? Раз. Мобы. Раз, два, коннер. 4 секунды вверх. Сейчас заберу. Строго. 5 секунд, Лёх. Каплю у кого есть. Забираю. 3. Каст, каст! Сверху до подох. Там по 4 штуки, по 5 он прилетает в одно место. Разрозненно надо стоять, не точно. Разрозненно будет лужа, непонятно где появляться, и оббегать их долго будет. Че там? Сколько класс? Проведи, боже класс. Стайков нету, брат. Как? Ебать. Не, херня это. Вы должны немножко разрозненно стоять РДД зону. Как они попадали? Ну, блядь, они попадали, потому что им 5 перьев прилетело все в одно место. Вот они и упали. Друг от друга, блядь, хотя бы там на расстоянии 5 метров должны стоять. Которые, да, которые на внешнем круге. В идеале всем бы в центре стоять и одним кемпом перебегать, но это, блядь, это очень будет там сложно. Не видно, там не видно. Видно. А чё тебе смотреть? Тебе главное перебежать еще раз. Ну, это уже реакция плюс пинг. Такая есть опция. Там просто, блядь, не успевают перебегать. Даже если они не будут успевать перебегать, если они будут стоять разрозненно, они все равно не сдохнут. Били зону, понятно, по внешнему нам больше бегать приходится за танками, дольше мы бежим, чем вы, а по внутреннему, блядь, луж не видно. Да, там их смотреть не нужно. Там, да, я понимаю, что не нужно, но иногда они попадаются, и люди стоят под ними. Когда каст идет, танков не дамажит. Жан, блядь, заебал. Я вот сначала по внешнему стояла, потом к ребятам стала во внутренней коробке, нормально стало. Да, давай потом тебе хорошо прилетает, а я не засчитывать не могу. Вы знаете, когда вы стоите на расстоянии от босса, у вас есть какое-то время после каста отбежать.
Ну, вроде пусть милики выбегают тоже. А мили, мили у вас так не получится. Мили сразу мгновенно. Почему на первом косте у нас никто не получает урона? Потому что перебегают. А на следующих костах не перебегают. А на первом просто эти абсорбы висят, поэтому там так незаметно то, что урон входит. А так почти на каждом косте, точнее, на каждых перьях мили зона ловит лужи. Перья. Значит, на перья, а там невозможно, потому что не поймать. Ты никак вот в любом случае не поймаешь. Потому что там сразу мгновенно каст и сразу под тобой луж. Это у вас РДД есть время выбежать. А у нас нет видео, где фуриком выпрыгивал в милизоне и получал дамаг. Как ты выбежишь? Надо кому-то такое видео. Миликом спокойно все выпрыгивается. Под конец коста начинаешь бежать вперед и все. РДД зона, которая стоит на звездочке, стоится немного разрозненно друг от друга. Меньше получать урона. На первом косте, ладно, вы еще можете вместе. Все дальнейшие косты вы можете разрозненно. То есть вот звездочки. Погоди, куда нас перебегает звездочка? В квадрат. А, и получается то, что они бегут вперед. Ну, правильно. Из-за этого кто-то, у кого минимальный раньше стоит ближе, у кого дальше стоят сзади. И поэтому задние набегают на первых. Нужно, чтобы они бежали типа босса, вести так, чтобы они боком бежали. Так и надо боком бежать, я хуй знаю. Ну, либо им перебегать из звезды в апельсин. Что ради этого? Я не знаю. Всех приехали. Просто разрозненно настойте, и все нормально будет. По готовности? Да. Немного разрозненно настойте. Можете даже сзади босса тусоваться за мюликами. На расстоянии лужи. То есть визуально вы представляете, где миликов, где нет лужи, вот подать. Каст. Каст, перебежали. Еще немножко. Забирай. Вперед забить, которая на внешнем круге РДД зона. Не контролируйте. Чуть-чуть доходит. Каст. Прибежали. Зачем вот эти корни сейчас были лишние? Каст надо забирать. Пускай два моба заходят. Чё, этих тоже можете отпустить. Каст идет. Прибежали. 10 секунд. Моба. Немножко назад босса. На себя босса. Пускай моб один подходит. Все, забираю босса. Три, после нельзя. Каст. Каст. Притяните ДК. Блять, забери войд. БР, мой народ. Я нападал. Бафы. Т.
Так, я без стаков. Кап есть у кого? Да, даю. Каст. Каст. Бежали вперед. А народ отсвети. Чё там кого-то? Кап дал 2 секунды забирать. Давай я заберу сейчас, потому что я тут место... Забрал, как стаков не было. Где бы с ним кого-то? Забери. Пома, затормозите. Отводи на себя, босс, отводи оттуда. Дал 3 оковы. Мобл. Так. Каст идет. Каст. Помогайте, мобл. Много будет. Да все нормально. Минус. Пускай доходит, все на себя подтягивай, босса. Заберешь? Да, сейчас. Ты забери там на 10 секунд, я через 10 заберу. 10 секунд. Вот, и последний. Каст идет. Перебежали. Забираем. И тычет. Только стаков не было. Пускай доходит, новый, пускай доходит. Не все сразу. Да хуя. И контрольте. И нормально. Все, все остальные могут доходить. Мацакра отдал. Я ему. Спели. Спели. Упал. Каст. Стаки коллаж заберешь, есть. Полтос отдал. Дал блин. Маны мало упусти. Опущи уже сдохли. Оба. Контрольте. Отвожу на себя. Ревностно ушел. Сколько у тебя там поставлено? 20 секунд, 18. Хильте. Каплю отдал. Раз. 3 секунды заберу. Ревностно. Семнадцать стартов. На добром слове держусь. Недолго музыка. Ой, доброе слово. Но 4 танка на брюле. В этот момент уже босс должен переводиться. Ну падали же там. Это хорошо, что вы мобов подпускаете тогда, когда мы успеваем. 7%. Это круто. Все, на сегодня все. Да у нас только получаться стало, ну. Завтра продолжение. С такими хилами, знаешь. Это ДПСер надо, нормальное. Маклёв завтра сразу. Чуть-чуть ДПСа не хватает нам. Да. Ваги не хватает, бабу не хватает. Вон, смотри, хилы. Вы все равно молодцы. Один Йенес пусть и хилит. Ну, Полина тоже заебись. Вот у второго шамана что-то маловато. У меня сегодня слабенько. У меня лаги. Но то, что Гена хилит, блин, я много раз говорила. Это перебегающий босс и поступающий урон. Это для рестер-друида как раз-таки топ. Это как на Ланотели и такой же, как и на Профессоре. Синтра, это прям друидовский босс.
Так. Жан, блядь, заебал. Вставай, салам алейкум. Давайте пока. Было бы странно, если бы тут гена в топе не было бы. Минус. Там вон воронка, кстати, да. Там ее даже ролить нету смысла, там топ приора. Либо... Ну, слобик, да. Нет, мотивола. Что, там воронку ролите, что ли? Там одна воронка, вы...